Сегодня у меня получается такая фридайверская нырялочка прямо возле места нашей с Витей работы. Если вы знаете, мы арендовали кафешку. И получается за ребятами белые решеточки, клуб дайверский H2O, вон там на втором этаже. Буквально 2 метра, тут у них специализированный спуск в воду, и можно идти заныривать. Тут уже по интересам, кто с баллонами, кто фридайвер. В данном случае я фридайвер. Сейчас пойду покорять глубину. Это так, в промежутках между работой в качестве кофе-паузы. Такая у меня дайв-пауза получается. Сейчас я вам покажу, что здесь у нас на дне. Так у меня проходит мой обеденный перерыв. Используй для здоровья, тела и души. Очень рада мне это все. Смотрите дальше.